Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Керем Бюрсин и Ханде Эрчел, любимая пара турецкого телевидения, объявили, что не смогут присутствовать на важном вечере награждения из-за непредвиденной ситуации. Социальные сети и новостные сайты широко вынесли эту ситуацию знаменитого дуэта на повестку дня. Бюрсин и Эрчел объявили, что не смогут присутствовать на церемонии награждения из-за загруженности проектами и графика работы. Хотя поклонники дуэта были сильно разочарованы этой новостью, в соцсетях и бульварной прессе разгорелся широкий разговор. В заявлении, сделанном от имени Бюрсина и Эрчела на вечере награждения, было сказано: «Мы не сможем быть с вами в этот особенный вечер из-за нашего плотного графика работы. Однако мы передаем всем свою любовь и приветствие наших фанатов и благодарим их за поддержку». Эта ситуация огорчила поклонников знаменитой пары, но она также отразила их занятую карьеру. В результате тот факт, что Керем Бюрсин и Ханде Эрчел не смогли присутствовать на вечере награждения, получил широкое освещение в мире журналов и социальных сетях. Хотя это событие было встречено с большим интересом последователями пары, интерес к будущим проектам и событиям также возрос. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.